Всем привет, мы с вами снова играем Sims 3 студенческая жизнь. И посмотрите, как оно здесь свинья живет. Ужас, здесь очень грязно. И давайте, кстати, нам на учебу через 2 часа. Отвратительно. Но здесь какие-то хот-доги, давайте поедим. Потому что я хочу немножко исправить наши потребности, чтобы у нас все было нормально. И потом, после учебы, я хочу сделать вечеринку кострам, потому что пока что лето. Так что надо этим пользоваться. И да, спасибо, Дарья. Дерек. Спасибо, Дерек, за вкусную еду. Потом, наверное, тут все потребности. Ой, обожаю свою комнату. Все потребности. Воспользоваться. Принять душ. Потом, может быть, с кем-то поболтаем, но я сомневаюсь, что у нас будет время с кем-то болтать, потому что в Sims 3 времени не бывает ни на что. Только на потребности. И да, потом мы, к сожалению, идем на учебу. Нам еще надо поучиться, чтобы у нас эта штука не упала, чтобы у нас хотя бы вот где-то наверху было Херет приглашает на вечеринку. Я хотела сделать вечеринку. Давайте сделаем ее приду, но я хочу свою устроить. Посмотрим, ко мне кто-нибудь придет вообще или нет. А что, все уже идти? Почему? Я смотрела, здесь у нас... Сегодня вторник, да? Вторник, 16:00. Непонятно. Как всегда. Очень непонятно. Ничего с тобой не сделать. Типичный студент, молодец. Бежим быстрее. Кстати, ой. А, все, мы пришли. Кстати, слава богу, это недалеко. Кстати, вот, нашелся этот, как он называется? Коннерс. Да, у нас здесь Лекс. Я обожаю это здание, потому что здесь есть все. И для развлечения, и для учебы, и, смотрите, стол. И, да. Давайте я посмотрю на карте, где это находится, потому что не хочу потерять. Ну да-да-да, я уже сама потом посмотрела, где это у нас есть. И сейчас... Что-то мы будем слушать, да, я так понимаю, я не знаю. И тут, по-моему, есть и туалет, и все, что хочешь. Так что, может быть, здесь остаться, тут мы все выключим. Делать заметки, да, у нас какая-то лекция. Ну, странно, почему у нас расписание это не написано. Непонятно. Так, и здесь у нас, по-моему, да, есть туалет. Это мы нарисовали. Кстати, какой красивый зеленый цвет. Так, воспользоваться. Душ мы, конечно, здесь не будем принимать. Здесь много всяких штук. Мне очень нравятся автоматы. Но я хочу быстрее домой, потому что я хочу устроить вечеринку. В принципе, можно прямо вот так устроить вечеринку. Так, нет, мы прям домой. И там... Ой-ой-ой. И тогда... Что, у нас ничего не получилось? Ладно, мы тогда идем домой быстрее. Я обожаю здесь делать исследования, вы помните. Я, да, хочу кое-что... Сделать, что у нас все получилось. Что он здесь? Поучиться она хочет? Отличное желание. Ты идешь домой? Она не может выйти, потому что там все стоят. Уйдите. Друг на дружке стоят. Ты иди. Можно, пожалуйста, пройти? Мужчина. Спасибо, спасибо. Потому что нам уже пора бежать. Что у нее там? Яйцо какое-то было? Не знаю, что за мудлет. Мы бежим домой скорее, потому что нам нужно позвонить устроить вечеринку. Приправьте костер, кстати, у нас задание. И вот с бодростью проблем, ну ничего. Так, все, мы дома. Давайте устроить вечеринку. Попробуем, по крайней мере. Ой, извините. У нас сегодня так холодно на улице, это вообще... Кстати, у вас выпал снег? У нас, да. И холодрыга нереальная. Ты что у меня с голосом? Так, у нас вечеринка у костра. Да-да-да. А пораньше нельзя? 21 там. Вот так. Можно? Извините еще раз. Так. Дресс-код. Ну, у нас же лето. Давайте сделаем купальный костюм. Конечно, позовем Хэральда. Ну и вот так вот, кто у нас тут друзья. Вот по одному надо, к сожалению, это все делать. Дерек, который приготовил нам вкусные хот-доги. Так, ну и все, наверное. Неудачное время. Давайте. 22.
тогда уж. Все на неудачное время. Блин, слишком поздно. Ну как так? Блин. Не получается у нас вечеринка, ничего. И на вечеринку сами мы не пошли. Здорово. Ладно, давайте мы нужды. Кто? Что это опять? Выключите. И вот это фигню. Что ж такое? Ненавижу эту музыку. Так. Может, было... Да ж... Блин, мне нельзя ничего сделать. Я не пойму, где моя комната. Я куда вообще пришла? Фу. Я не знала, что здесь есть даже 3 этажа. Ну ладно, давайте. Тут брякает, вот прям терпеть не могу. Так, воспользоваться нам надо. Да, поучиться мы сейчас поучимся. Принять душ. Извините, что так высоко, но я просто не могу это слушать. И да, вот здесь у нас где-то компьютер. Я не попала. Да что? Ну кто ж там так брякает? А? Постоянно. Вот у нас ноутбук. Поучиться, да, потому что нам это действительно нужно, чтобы... Так, а завтра у нас какие занятия? Господи, завтра среда, завтра у нас бешеный день. В 8 утра и в 16:00. Жесть, короче говоря. Если... Так, ну давайте-ка посмотрим. Завтра, наверное, мы тоже не сможем сделать вечеринку. Ой, куда я не туда зашла. У нас завтра до 6 опять. Ну, наверное... Я не знаю, нужно будет быстро бежать домой, чтобы все успеть. Потому что, да, я бы хотела вечеринку очень-очень сильно, потому что пока лето, это было бы здорово. Но, к сожалению, у нас ничего не выходит. Давайте немножко поучимся. А вот она брякает. Миллиграмм. Надо сказать ей, чтобы она перестала. Так, сейчас у нас это заполнится, давай сделаем побыстрее. И под... Что? Господи, я так испугалась, думала, что-то едет. Дождь пошел. Я только хотела куда-нибудь пойти. И, наверное, пока я сейчас поучусь, я уже не смогу никуда пойти. Ну, так, ну, в бассейн точно не вариант. У нас здесь есть кофейня. Да, и она будет открыта. Давайте посетим вместе с Хэральдом, которого нельзя выбрать, к сожалению. Давайте возьмем... Миллиграмм не возьмем, потому что она брякает постоянно. Эсселла Карам. Да. Даже если не поет, это не важно. И мне тут такой мудлет красивый, мне так нравится. Прилежный ученик Ариана чувствует, что после долгих часов за книгами ее разум стал острым, как бритва. Она готова к занятиям. Правда, она хочет спать, но это не важно. Хотя это важно, потому что нам рано вставать, у нас много занятий. Кто-то нам звонит. А, смс мы хотим получить от Хэральда, потому что мы не пришли. Ну да, мы испортили себе день, на самом деле. Все, да, мы едем. Едем. Ой-ой-ой. Нет, мы не едем, мы бежим. И мы пришли. Так. 5 утра она открывается. Спасибо. Круто. Пришли. Угу. Мы закрываемся. Если понравились наши напитки, приходите завтра. Замечательно. Просто замечательно. Грот какой-то. Нет, нельзя. И мы пропустили вечеринку. Называется День неудачника просто. Паларама Бис. Что это вообще? Пошли туда. Нигде нам не рады. Ужасный день. Мы хотим спать. Да, нам бы поспать. Давайте посмотрим, что там. Если там ничего интересного, то пойдем домой спать, потому что нам завтра нужно на учебу очень рано, к сожалению. У нас какой-то бешеный курс вообще. И да, где она? Понятия не имею. Поехали. Она очень недовольна. Она промокла и хочет спать. Так, мы здесь. И что? Здесь можно как-то посмотреть? Ой, кстати, прикольно здесь. А вот еще ниже. Круто. Поиграть в боулинг с вот этой Эсселлой Карам. Чуть-чуть поиграем, потому что классное место. Нужно будет его заполнить, потому что... Блин, реально клёво, можно с кем-нибудь сюда ходить. Правда, все заняты такие. Вечно у них какие-то вечеринки.
Так что да, и у нас с бодростью просто очень плохо. Ну, давайте мы хотя бы часок поиграем, потому что мы вообще, я так понимаю, не выспимся. И у нас вот такие штукенцы летают. Так что у нас получилось? Нет? Сейчас будем смотреть. Так, Эсела у нас кидает. Она крутая. Она крутая. Она тоже хочет. А, она есть хочет. Это хочет спать. Ну, типичные студенты, да? Давайте посмотрим, как она сейчас кинет. Ну, почти. Я просто в восторге. Нам надо как-нибудь повторить эту вылазку. Да, конечно. Чудесно. Все отлично провели время. И надеются, что это не последняя наша совместная вылазка. Все, мы домой, потому что у нас... Кажется, у нас 60 минут, чтобы добраться до дома и не упасть в обморок. Давай быстрее. У нее есть мудлет, хороший отдых. Это был просто улет. Ой, мы от души погуляли. Да, это было круто, но, к сожалению, это было очень-очень мало, потому что у нас проблемы с бодростью. И сейчас, если мы не добежим, она прям упадет здесь в обморок на улице. Ну, кстати, здесь нормально падает в обморок. В Sims 4 это что-то. Такая поза. Как будто здесь кто-то спит. Спать, 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 скорее бежим. Давай, давай, давай. А то нам завтра на учебу. Вот в следующий раз не надо будет делать такой насыщенный курс, я уже говорила, да? Потому что здесь невозможно расслабиться. А здесь можно и вечеринки делать классные, которые, ну, в других сериях нельзя делать. И это очень круто. Так что да, если вам понравилась эта серия, наш неудачный день, поставьте палец вверх. И да, всем пока!